Минвосток развития и Алроса подписали инвестсоглашение на 63 миллиарда рублей по добыче алмазов в Якутии. Соглашение по разработке верхнемунского месторождения алмазов республики было подписано в первый день работы Восточного экономического форума. Подписи под документами поставили глава министерства Александр Галушко и президент компании Алроса Андрей Жарков. Согласно документу, годовая мощность предприятия превысит 1,7 миллионов карат алмазов. Объем инфраструктурной поддержки проекта составит 8,5 миллиардов рублей. Верхнемунское месторождение, открытое компанией Алроса в 2007 году, находится в 180 километрах от Удачнинского горнообогатительного комбината и состоит из 4 кимберлитовых трубок. Месторождение является одним из крупнейших, открытых в последние годы.